1 июля. Принимать. Выполните следующее упражнение. Пусть сегодня кто-то вам что-нибудь подарит. Пусть кто-то сделает для вас что-нибудь хорошее. Пусть кто-нибудь скажет вам комплимент или что-нибудь о вас хорошее. Пусть кто-то вам поможет. В этом случае оставайтесь спокойными и примите это. Примите это. Почувствуйте это. Знайте, что вы достойны этого и заслуживаете это. Не нужно извиняться. Не говорите, что вы этого не заслуживаете. Не чувствуйте себя виноватыми, испуганными, смущенными. Не паникуйте. Не старайтесь немедленно ответить что-то в ответ. Просто скажите «спасибо». Сегодня я позволю себе принять что-то хорошее от кого-то. И я позволю себе чувствовать себя при этом очень комфортно.